А кто там должен зайти? Ну, Джерри, он АДК, и псих с собой зайдет, во тьме будет. Зачем? Волком участок. Чё? Вообще, на самом деле, я лучше был бы, если кто-то шаман нашел, то что-то мне, блядь, полагает пиздец. Ну, святуш трэш, особо-то под трэш. Ну, у нас некому на шамана заходить, так что я не знаю. Я могу. Я могу на шамана зайти. Слышишь, Асап? А БД как-то будет? Гейгол, он самогон гейгол. Клоунада зашел онлайн, сейчас может ответить что-то. Ну уже нет у нас слотов. Бля. Поехали, может, Аня, я уже ему сказал, он тогда точно пойдет. Да, начинай. Чё, ребят, кому истерия? Мне. Чё, у меня её нет? Ну, поэтому я тебе говорю, мне кидать. Бля, вот просто задержка в касте, не знаю, секунды две, наверное. Нормально, главное, миник прохили, а дальше будем. Думаешь, дальше, полагает. А дальше назад ставим. А дальше назад. А, ну так куда. Здорово всем. Привет. Спасибо. Спасибо. Спасибо, самогон. Спасибо. Пожалуйста. Главное, это уважение в наши дни. Я тебя уважаю. На доктора врача зайдешь, псих? Чё? Ты на доктора врача зайдешь? Я нашел Фурика. Я зайду. И говорит Ник новая мета о чем-то. Ну да, ты сухо. Хорош. Спустя сколько мы собрались? Ну, час где-то, да, если не больше. Только пугов. Канары, да? Бомж обоссанный. Канары и Халиси. Ну, бомж только Канара, по-моему. Нет, бомж только Стив, мне кажется. Да не, Канара. А говорят, новая мета раскол не стакает. Да не, бомж-то Айкингей, блядь. Бомж. Да не, Канара бомж. Нет, Канара нормально, а ты вот бомж. Канара бомж. Так, давайте, нет, с Примой начинает. Первую копию уничтожатор, Рейген вторую копию. Кирк приехал. Айкан бомж. Дима, ты знаешь, что ты танчил РС-ку за декана? Там Канара был. И ты его обосрал, и он до сих пор думает, что это я сделал. Виталик, ты раньше не мог зайти? Я тут сижу еще с ЦУКа, бля. Ну, то есть ты в рейд не хочешь нам пойти помочь? Ну, я специально для этого молчал, не сильно хочу. Хороший Виталий, хороший. Нет, в гильдии помочь, нахуй, он сидит помочь. Ну, у меня время ограничено, тут я читаю квесты всякие. Кстати, сколько стоит начать с нуля на офе? Ты ж там, получается, все патчи эти покупаешь, да? Нет, я пока вместе. Ну, я думал купить за 500 рублей до Дренора, короче, ну, Дренор, до Легиона. Оно мне выдало, когда я уже оформил покупку, типа четвертая строчка, ну, бесплатный месяц.
Нет, я нажал, типа, подписку бесплатный месяц, короче, и теперь месяц на шару. Ну, до Легиона, понял. А Легион стоит 2000 рублей. Ну, там 1900 с херней. Ты сладкие скидки пропустил на работу. Ну, немало. Сумнили? В 2 раза меньше было. Ну, короче, да. 600 рублей. Видали, ты скидки на Сёркли пропустил. Вон злой знак алтарик за 300 рублей. Да я все равно и на Сёркли заложил. Ты покупаешь Легион за 2000 рублей, если можно купить? Я ничего, ничего не покупал. А забери, забери, забери. А чё Волкер? 500 гривен, а чё ты говоришь? А чё Волкер 6-й пати делает? Понимаешь, что я Тренор взял просто бесплатно на месяц? Он что локом Волкер? Сейчас на миников, он зайдет на бой срок. Зайдет на Волкера потом. Он лед фармит. Ой, я конченый, ну ладно, не помню. Давайте рейтинг быстрее будет. Только не начинайте там, не заходите, станьте за этими у ворот. Пробафим сейчас по новой. Это за КД? Сумани. Это КД кнутов, Джерион. Училище считалось неприступным. Они это, первого миника не смогли убить. Это девушка или парень? Уёбки, блин! Калиси, это Джерион. Пока месте очень интересно. Ну, прям круто. Калиси, это парень. Мой. Может, упадете быстро? Ну, это подведите генерала поближе, я попробую чередой на него. Не, не получается. Кто запустил вообще ГП? Мон пимп. Его нет в рейде. Тебя нет в рейде? Нет. У меня, короче, череда прожалась, но я... Ну, прыжков не было. Прикольно. Ну, надо танка менять. Ну да, вы не убьете, в принципе. Вставайте спиной, блядь. О, нихуя, Джерин. Уже достает! Нормально! Джерин красавчик забегает, когда говорят у ворот встать. Спасибо, Джерин. Чем не стал? Ничего, теперь если на КД, нас, блядь? Если КД кнутов, это не значит, что надо загильдить 20 штук вайпить. Не агрить столько там. Ну, подожди, короля из Абра, а ну иди сюда. Сагрится он. Кралька. Давай, беги к нам. Да просто беги вниз. Давайте, становимся здесь у ворот, не заходим внутрь. Ставим рыбу, бафаемся, потом заходим, начинаем бить. Сап, дай 150 голды. Сейчас я дам, подожди. Спасибо, Васап. Есть рыбу у кого? Да, поставили тут. Дайте на новую мету, пожалуйста, 150 голды. Починиться надо. Дай обмен кому, мне там. Или этому. А кому еще обмен? Фотону. Треснешься по вороте? Бегу, подожди. Он говорит мне антифир. В свету. Где он? Что это за талант? Защита от страха. Боже, открой книжку и прочитай каждый спел, как он называется. Помолчи, помолчи. Будем долго ждать. Как так можно, блин? 80 левел прокачать? А что делать, если он читает? Не, Данил, так он читать не умеет, блядь. Так может я найду двух ДД с гильдии, мы кикнем пугов. Кто нам нужен? Ретрик, да? Вместо Канары сейчас будет Ретрик.
Они уже КД повесили, не надо их кикать. Да забей хуй, он все равно этого не сделает. Все, сейчас центр зайдет на ретрика. Да нахуй этот бомж вообще нужен. Да мы не будем кикать их, блядь, ты гонишь нахуй уже. Да я не буду никого кикать. Хоть бы он умер от метеора. И да потом он кикнул. Начинать с БДК. Канара в миллиарды раз лучше, чем Седдер, блядь. Поставим вопрос с Игром. Давай, если Канара не ливнет, потекнем самогона с Ги. Как тебе идея, Дима? От души. А причем тебе вообще? А? Самогон, все, пока. Сейчас я не попала и скажу тебе пока, урод. Да нет, ты помолчи. Вот ты понимаешь, я хотя бы типа помог рейд дособирать, да? А ты сидел там со своим, блядь, геем-психом, долбился в жопу на арене. Пальца скилл самогон. Ну ты понимаешь то, что я хотя бы помог гильдии собрать рейд, а ты долбился в жопу в это время. Чё-то никто вот из вас, кто в этом рейде, не написал знакомым, не попросил никого зайти, а вот я вот один вот постарался и позвал троих человек в рейд. Потому что тебе это нужно было, наверное, не? Нет, я да. Иду с шаманом, на которого мне вообще похуй и которым я вообще ненавижу. Ну а играть. Я иду чужим персонажем. Чем я иду чужим персонажем? Ты пор получится? Конченый. Все, я нашел. Все, хорош! Фотон, заходи на мага. Ну чего ты, я учусь, на кого паролить? А чё, мы по роллу, я так понимаю, идём, не по ПРу? Хуй ролл, нахуй. Ну, у нас два пуга в рейде, по правилам гильдии мы должны идти по роллу. Самогон, иди в жопу. На кого паролить? Нет. Такие правила военные. По ИП идём. А если они выиграют? Если выиграют, заберут. Чё ты тупишь, блядь? А если у нас гильдия будет ролить нас и гильдов? Нет, они об этом не подумали, они сюда в минус останутся. Типа, если у тебя чешка есть, и ты ее ролишь, то назовут тебя дебилом и не отдадут тебе чешку. Окей, так, посмотрим. У меня нету танка шмота, я ролю на танках. Пошли помочь, а не за шмотом. Ролим на танка, значит. У меня не пойдет танка чешка, роль на РДД. Да не оба фловы, если что. О, у меня 10 ПР, отлично. Поставьте шкаф пока. Поворот. О, пугов 0 ПР, да? Вот здорово. Или мага. Джерри, но самое смешное то, что ты грозишься как хуесос киком, а у тебя даже прав нету кика, уебищ. У меня есть право кика. Не, у тебя тоже нету. Ну хочешь, я тебе продемонстрирую это? Да, кикни злого. Ха-ха, сука, ебать охуешь. Ну помолчи, на лока или мага зайти? Мага, я говорил, сколько раз тебе уже. Ты что, ты говоришь с ним? Так тебе два раза сказали, блядь. Я тебе в начале рейда еще говорил, и сейчас повторил только что после этого минника последнего. Вот теперь я слышу тебя. Давайте Канару обратно в гильдию возьмем. Он же сам ливнул. Ну да. А что изменилось? Что изменилось? Ну что изменилось? Что его сейчас надо брать? Он передумал или что? Чек на присутствие. Чек на присутствие. Так, первая пати тьма, все остальные свет. Уничтожатор танчит тьму, неоспоримый свет. Рейген, мелкий трэш. Четвертая пати, кроме Визана, остаетесь добивать больших. Плюс Анити все. Четыре человека.
Бетельгейс. Данил, я, наверное, с РК выйду, а то и что-то лагаю, короче, слышишь? Ты, короче, свет хилишь. Слышал самогон? Я? Да, ты хилишь свет, ставишь что-то на щит, это огня. Я тьму, я потому что лагаю. Хорошо, огурец, тогда свет хилишь. Ставишь защиту от огня, тотем. Маги, поставьте стол. Так, Кралька и Бау. Заливайте манну. Поставь вас ап. Сейчас поставлю. Кралька и Бау, заливайте конфетка. Котлета заливаешь огурцу. Сангвини, Канара, распределили фридомы, правосудие? Хорошо. Кто поддиспелит третью фазу свет? Дуду Типка. Окей, ты диспелишь. Селена, диспелишь все остальное. Чек на готовность. Третья, четвертая тьма. Да, обмен псих. Что? Третья, четвертая тьма, он спросил. У только одна пати милики, первая пати тьма, все остальные свет. А если пуди упадут, им будут минус крова? Посмотрим. А гильдии КП будет? Кралька Забр и Бау, распределите на третьей фазе и эти, короче, поняли, звездопады под каждый трэш. СС и Вудиалин кидай Ирквину, Визан кидай Котлете. На третьей фазе, правильно? Не сейчас же. Да, на третьей фазе. Селена, Халиси и конфетка хилят тьму, Ирквин, огурец хилят свет. Пишите, что вам не хватает. Крест Престу дайте. Огурец, что не хватает? Конфетка, что не хватает? Ирквин, что не хватает? Все готовы, зашли за линию. Нужно подойти поближе. Начинай, Валер. Этот мир вот вновь соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Морн метка. Перебежали. Беги, малышка, беги! Вот метка. Конфетка метка. Перебежали. Пить на хп. Вы уже вреден. Сколько еще таких героев? Дно. Халиси, подними Войда. Сангвини метка. Подожди, не заходи пока. Все, заходи. Заходи, заходи. Зашли рейд. Беги, малышка, беги!
Будет метка. Сука, вот это подъем, блядь! Хиль-хиль-хиль-хиль! Что там такое у вас? Да, все нормально. Добили? Нет. Селена метка, как добьете, заходите. А, все, уже здесь. Ближе к морде сейчас конфетка. Конфетка. Подальше чуть-чуть отойди-ка. Огурец. 54% готовьтесь к свету. Бьем пока босса. Дуду типка метка, выходим в свет. Выходим в свет. Что-то подвисаю. В свету рост. Кралька метка. Злой, скажи, если там по агрочу. Хорошо. Блять, перебежали. Диспел будет, свет на прием. Елена, диспел. Свет босса не бьем, только трэш. Бейте большого РДД. РДД, мелкий трэш, даже не бейте. Свет, не бьем босса. Стоим, свет. Yes. Как перебежим, котлета, поднимешь кральку. Не бьем босса. Не бьем, ждем трэш. Бау, поднимешь канару. Диспыльте сейчас рогу. А где он? С той стороны? Да, на мини-карте ж видно. Там с той стороны лежит. Визан метка. Диспел. Свет диспел. Ты не мог левее нести, сука. Перебежали. Перебежим, Бау, подним. Селена где? Селену поднимай. Не, падаем, падаем, не вставай, огурец, если есть волка. Падаем все. Сколько еще? Сколько еще таких героев? Сколько еще? Не видел, как Тамара помогает. В лезвиях. Как упырь. Нутовский. Либо откуда он там. Визан, ты еще до стены не добежал, уже кричишь, диспелит тебя. Я уперся в стену, тогда начали. Я видел, ты еще бежал у меня на экране. У меня камера отдалена, я вижу, как метки выносятся. Ты еще добегал до стены, уже кричишь в РК. Зачем? Добеги до стены, встань. Если не диспелят, уже говори тогда. Когда ты бежишь, не надо кричать, чтобы диспелили. Будет, как там делишки по дамагу? Че, я первый? Я вижу, какой ты первый. А че ты? Вон новая мета, нормально все. Это вот ты вот... Зашел своим варма-боссом, вайткипер, что это за говно? Никто придумал. Раскол даже не стакает. Еще 20. Мы оба всю первую фазу на ХП не могли крикнуть. Славик, пожалуйста, кричите на ХП. И так, чтобы перед заходом во тьму на ОТ, который танчит больших, на него тоже был крип. Чтобы хотя бы половину третьей фазы... Был у нас МТ с криком на ХП. Может спасти ему жизнь. Понял, Славик? Блин. Интересно.
Да, дай, серьезно. Дай 30 голды еще на починку. Дайте мамонт или джипс. Славить какой-то бомж. Все, спасибо. С этого трая будет ГП. Можно каску ПДК? Да, каски раздайте. Брудру, дай, пожалуйста, омоложение, буйный рост, слева вар, новая мета. Спасибо, что не дала омоложение, буйный рост. Кто каски там дает? Кто из Редрика дает каски? Халиси тут. На третьей фазе РДД мелкий трэш даже не трогайте. Замечу сейчас, что бьете там ГП. Звездопад же не считается. Звездопад вы прожимаете по очереди. Под один трэш одна сова, по другой трэш вторая. И только когда весь трэш будет на танке уже. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Ну что там? Сейчас Халиси в РК зайдет. Не давай в новую мету. Все готовы? Зайдите за линию. Сейчас она зайдет в РК или он, не знаю. Она это. Пруфы. Все, она с нами. Кто там на этом на слоне? Зайди за линию. Начинай, Валера. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. В идеале метка. Перебежали. Халиси метка. Покер метка. Перебежали.
Селена метка. Заходи сразу, Валера. Зашли рейд. Здесь где стоим? Котлета метка. Это умер вообще. Вы упали? Так вышло, нет хп. Нет, не упали. Конфетка метка, заходите во тьму. А у нас есть БР? А, у меня есть. Прожмешься тогда этот да. Злой. Да. Лютый сразу тогда выйдешь побыстрее, поднимешь ее. Огурец тоже сразу в свет выходи, как переведем. Постарайся так. Заливайте ману соло. 55 53. В идеале метко выходим в свет. Под хвостом там засечу. Дали рост свету. Бей пока мель атакой, включи печать, регень ману. В идеале метка. Перебежали. Котлета метка. Всех лагаю. Да, подвалил. Берите, заберите. Танк умер во тьме. Падаем. Заебись, танкует. Может, на БДК зайти? А у меня подвисание там по пару секунд на месте. Ты лезвие ловишь. Блять, он убить меня не может, тупой. А у Дилваса нету нормального ДД? Да не, до этого нормально все было. Вот сейчас вот в этом трае человек последний там по пару секунд картинка висит на месте, как раз во время лезвий. Я не разобрал. Я походу порезал, да? Кого? Тебя? Скорее всего. Ну вон, видишь, все пишут, что подвеса. Вообще ничего не лагает. Войт, как там дела? Отойду на минутку. Чтобы вы понимали, я 2.5 года не играл за Фурика. Первый раз зашел. Войт играет по КД за Фурика. Но... Это прям так сложно, да, за Фурика играть? Ну, если честно, да. Две кнопки тыкать. Жорка вроде, да? Кочевод не может столько ждать. Гонов и ДК потягаемся. Блин, мне нужно вспомнить кнопочки на ФДК. Ты их не знаешь, Тинхир. Вообще ты дамажил ФДК. А? У меня был же ФДК свой, помнишь? Таурен, правда. Во. И Кочевод меня учил за ФДК играть. Ты же ФДК все время был. Так и не научил. Но у меня есть, был точнее ФДК. Я просто им не играл. Там был АДК в 109. Виталика ПКД разносил. Да, Виталик? Один раз с багом. <с
Давайте, если там уничтожатор опять лагать будет. Псих зайдет на БДК, Виталик. А ГП будут? Да, да, да. А? ГП, там кто умирал на первой фазе, по-моему, не? Кстати, как Хэпал там умерла? Во, ГП ему, или ей. Ну, влепите мне ГП, да я, наверное, виновата. Я как хотела ману порегенить, поближе подойти, я не колосула, я в себя не успела хилку дать, да я пока, пока два, не подходи даже. Когда один, можешь подходить через шок, если кританул вспышку, если не кританул, то свет кастуй, короче. Ну, по чуть-чуть там разве можно, разве что можно регенить. Если два, даже не пытайся к ним подходить. Ты не успеешь. Ну, видимо, из-за того, что два, потому что раньше, когда один запросто входила в себя, в него частиц, в себя хилю и нормально. Ну, ты почаще так делай. Я там на самозахиле, блядь, и Рейган меня подхилил немного. Там смотри, паладин, остается мелкий трэш, можешь пока что мелкий трэш побить мелкий трэш, и у тебя будет восполняться мана. Лайфхак. Все готовы заходить за линию? Ну не кидай триксы, дай игру сорвать. Начинай, Валера. Будет метка. Отойдите от босса, звезда. Видите, где? Перебежали. Неоспоримый. Диспелсил. Ой-ой-ой, блядь. О, нормально, все прошло. Все хорошо. Я последовательность не ту прожал. Эш, подальше отведи. Просто некуда уходить. Валера, да заценил, я короче не сорвал. Ухан-хан. Зашли рейд. Ну вы поняли, короче, что я прожал кош вместо спринтов. Волкер метка. ТГП. Лейте уже, у которого с меньшим количеством хп, суки. Меркинари. Добили? Ну, ёпт. Как добьете, заходите. Добили. Заходите. Левее, левее, ну. Зачем так под морду? Следующую метку нельзя было вынести. Ману заливает 51%. 51, 50. Это отойди подальше. Селена метка, выходим в свет. Давайте рост свету. Ирфин метка. Котлета есть БР?
Здесь поднимай быстрее только. Ас, блядь, дух. Перебежим, поднимешь. Посмотри, как лужа разольюсь, потом поднимай. Лужа в рейд, лужа в рейд. Тьма, рост, свет, бьем трэш. Светка, рост. Джерион. Уисос. Урод, блядь. Бля, такой ты хуесос. Перебежали. Канару надо поднять. Селена, не заходи во тьму, скажите, как зайти во тьму. Лужа в рейд. Свет босса не бьем. Диспельте. Спасибо за фридом, Канара. Так он мертв, тупой. Он умер. Ну, спасибо за то, что ты умер. Вау, есть бы, как королька, есть БР? Подними Канару, если есть. Диспел фридом. Слева под хвостом. Спасибо за фридом, второй электрик. Да вы заебали. Да не, это, блин. Перебегайте. Залейте огурцу ману. Секунд. Кажется, когда зайти Канаре и Селене. Пусть заходит. Канара и Селена, заходите во тьму. Уже пусть не заходит. Уже. Они же зашли, да, зашли. Живите там. Не бегите на лезвие только. Волкер, метка. Перебежали. Котлета метка. Так, свет босса не бьем, только трэш. В идеале метка. Перебежали. Свет, стоп, свет, босса не бьем, ждем трэш. Лужа в рейд. Огурец, гимн просит. Волкер, ману на ману успей. О, гимн на ману. В идеале метка. Перебежали. Босса не бьем, свет, босса не бьем. Уже в рейд. Все, добиваем босса. Есть? Есть капля? Я дала. Добиваем босса. Кинься он метко, добиваем босса. Растут. Все в босса, трэш не бьем. Босса. Добили. Последняя победа. Так и забыл, да? Как дела там, новая мета, урод? Посмотрим урон. Линканем дамаг. Как дела там? Второе место нормально. Линканем дамаг. Держи, Войд, можешь обрыгаться. Че обрыгаться? Вон там, смотри, обрыгал просто. Ой, давайте, линканите урон в Халиона, тьма. Валера на Рексис в студию, пожалуйста, чтобы он обрыгался трижды. О, обрыгался, короче, понятно. ГЦ, Валера, молодец, Войт обрыгался. Обрыгался, короче, у меня больше дамага. Трэш, возможно. Я выиграл что-то. Мы, считай, весь бой хилили с Халионом.